30 июля 2023 год. Что это за ерундень? Солнце, что ли, играет? Афоризм про слабый пол. Это у меня усы такие, смотри. Так, ладно, поехали. Вернемся к афоризмам. Звучит афоризм так: если красивая женщина не берет себя в руки, она идет по рукам. Написала 24 августа 2010 года, в День независимости Украины. Не знаю, как это связано. Можно ли считать Украину красивой женщиной? Это солнце встает, ты посмотри, ух ты! Прикольно. Если красивая женщина не берет себя в руки, она идет по рукам. Красота – это сила. Красота спасет мир, кто сказал? Чехов. Ну, красота может этот мир и уничтожить, и часто она прерывала мир. Троянская. Кто там был? Елена Троянская, да? Ладно.